Над этим полком время не властно. В руках тысяч ростовчан, фотографии родных, прошедших войну или погибших в боях. Многие принимают участие в шествии впервые, не успели оформить рамки и несут снимки в руках. Спасибо тому человеку, который придумал этот бессмертный полк. Я считаю, что мои дедушки сейчас идут вместе со мной по нашему параду. Бессмертный полк в точности повторяет маршрут, которым шла колонна победителей весной 45-го. Стартовали на площади Карла Маркса, прошли по Советской, Театральной и Большой Садовой до Ворошиловского проспекта. Сегодня с нами мой дедушка Иван Васильевич Федосов, прошедший всю войну, закончивший ее в Венгрии, много лет прослуживший Германии. Сегодня я снова с ним на параде, и с ним его внучка Алиса. Он был в 339-й стрелковой дивизии, участвовал в освобождении города Ростова-на-Дону. Волошин Георгий Акимович. Дед губернатора Ростовской области Иван Игнатьевич Голубев погиб на фронте в 42-м году. Другой дед, Максим Савельевич Юров, был ранен, награжден 2 орденами Красного Знамени. В этом году в строю бессмертного полка байкеры. Для меня это очень важно, быть частичкой страны и принять участие в таком мероприятии, как День Победы. В бессмертном строю 51 тысяча ростовчан, вдвое больше прошлогоднего. Колонна вышла на главную площадь города в 11 утра, и только в 12 по ней прошел последний участник. Фронтовики делились впечатлениями уже в зале Театра Горького перед концертом в их честь. После всех выступлений прошел полк. Это все вылазит прямо. Слезы вытаскивают прямо с меня слезы. Эти парады я отходил сам в строю. А это вот, да. Вот откуда рождается патриотизм теперь. Мужество переходит в патриотизм. Николай Суворов начинал войну командиром взвода, закончил комполка, оборонял Ленинград и Кавказ. Глава региона вручил ему и еще 5 фронтовикам губернаторские знаки за ратную службу. За каждым из названных и неназванных имен своя судьба, но объединяет всех главное – стремление к победе и любовь к Отечеству. От имени всех жителей Ростовской области благодарю каждого из поколения победителей. Солдаты и офицеры, погибшие при освобождении Ростова, похоронены на Кумжинской косе. Губернаторы официальные лица возложили цветы к монументу «Штурм». Суровыми дорогами войны прошли донские писатели. Шолохов, Закруткин, Калинин. К новым бюстам у публичной библиотеки также несут цветы. А вечером в городе воинской славы праздничный салют. Дорогие ростовчане, дорогие жители Ростовской области, с праздником победы вас! Счастья, здоровья и удачи! Ура! Индрикова, Станислав Фоменко, на Дону.